Прииски областной родильный дом. Это учреждение, которое работает круглосуточно и без выходных. И даже праздники здесь принято отмечать по-особому – приходом нового человека в мир. А чтобы встретить его как положено, 24/7 самоотверженно и с любовью здесь трудится целая команда профессионалов. Ведь эта работа без преувеличения самая важная, сложная и ответственная. За 2021 год в учреждении было принято 5067 родов, что на 29 родов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Родилось 5119 детей, на 40 деток больше. При этом мальчиков родилось на 119 больше, 2619. Девочек 2500. Так прошлый 2021 год начался здесь с мальчика, который родился в 0 часов 15 минут. Первенец этого года – девочка. Она увидела свет через 8 минут после боя курантов. Счастливые родители получили свой долгожданный новогодний подарок весом 3 килограмма 730 грамм и ростом 53 сантиметра. Мы не планировали, что она родится у нас на Новый год. Она должна по сроку была родиться 23-24 декабря. Ну, как говорится, подарок нам сделала Катя, захотела на Новый год родиться. Мы узнали такую новость от друзей, что мы первые по Брестской области, а по республике мы третьи. К слову, малышка уже третья в семье. Дома ее с нетерпением ждут папа, а также старшая братишка и сестренка, которые назвали девочку Катей. Роды прошли без осложнений, мама и дочь чувствуют себя хорошо. Теперь самая главная задача – расти и набирать вес. Кушаем, улыбаемся, спим. И снова кушаем, улыбаемся, спим. Всего 1 января 2022 года в Брестском областном роддоме появилось на свет 7 детишек. 3 девочки и 4 мальчика. Самый крупный по массе ребенок 5 килограмм 500 грамм, самый маленький всего 800 грамм. Впечатляют рекорды по росту от 32 до 63 сантиметров. В марте 1999 года учреждению было присвоено звание «Больница доброжелательного отношения к ребенку». Организовано совместное пребывание матери и ребенка с момента рождения. До 98% новорожденных находятся исключительно на грудном вскармливании. Брестский областной родильный дом поздравляет всех с наступившим Новым годом, желает самое главное в новом году – это крепкого здоровья. И приглашаем всех мам, всех женщин города Бреста и области приезжать на роды именно к нам. Учитывая то, что мы перинатальный центр третьего уровня и оказываем самую высококвалифицированную помощь. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.